Всем привет! Купил такой бесперебойник Aruna. Это не реклама, это обзор. Денег с третьих лиц никаких я не получаю. Просто покажу, как я его буду использовать и что он мне дает. Вот его упаковка. Комплектация. Это инструкция, сам бесперебойник, и провода, которые, к которым подключается аккумулятор. Клеммы вот такие с обоих сторон. Я уже подсоединил аккумулятор, его нужно покупать отдельно, и пришлось купить клеммы к аккумулятору. Подключение. Сюда подключается аккумулятор, плюс к плюсу, минус к минусу. Таким образом. Нужно учитывать то, что аккумулятор под напряжением и может долбануть током. Ознакомлюсь с задней панелью. Сюда подключается прибор, который будет питаться. Это подсоединяется к сети. Здесь переключение зарядки аккумулятора. То есть более интенсивная, средняя и менее интенсивная зарядка. У меня аккумулятор 60 ампер в час, так что я на самой маленькой буду заряжать. Эта кнопка отключает все звуковые сигналы. Ознакомлюсь с передней панелью. Включение. Без перебойника. Кнопку надо задержать для включения. Частичное отключение звуковых сигналов. Кнопку нужно зажать для отключения и включения звуковых сигналов. Есть неудобства. К примеру, когда прибор начинает работать от аккумулятора, не от сети, к примеру, выключается свет или перебои с электроэнергией, подаются 4 звуковых сигнала. Когда света нет, он постоянно пикает, можно отключить, и просто он не будет пикать. Но если напряжение скачет, он пикнет, потому что начинается питание от аккумулятора. Его отключишь, звук. При следующем скачке, то есть он нормализуется, звуковые сигналы опять включаются. При следующем скачке он опять пикнет и будет постоянно пищать. И для этого мне приходилось отключать полностью звуковые сигналы на задней панели. Дальше. Зарядка для мобильных устройств. USB выход. И дисплей, на котором показывается входящее напряжение, исходящее напряжение. Зарядка аккумулятора, нагрузка прибора, когда он работает от аккумулятора, его загруженность. И здесь показывает, работает он от сети. Если загорается вот здесь лампочка, то он работает от аккумулятора. Здесь еще показано наличие ошибки. К примеру, загрузили его больше положенного, он отключается автоматически и показывается ошибка. Как его можно использовать? К примеру, есть прибор, которому нужно бесперебойное питание, к примеру, насос твердотопливного котла.
Электричество пропало, и чтобы вода не закипела, нужно, чтобы насос работал. Подсоединяем насос сюда, прибор в сеть. Все, нет электричества. Насос, к примеру, мой насос тянет 50 ватт. 50 ватт. Вот этого аккумулятора, там есть таблица в инструкции, есть таблица. На сколько часов хватит какой нагрузки. Вот таблица, здесь показана мощность аккумулятора. Мой 60. Ну, здесь вот, к примеру, возьмем 50, близкий. То здесь нагрузка, мощность прибора поглощаемая. Вот при 100 ваттах время работы будет 50, аккумулятора 50, 3 часа 41 минута. Ну, если насос, к примеру, 50 ватт, а не 100, он проработает в 2 раза больше. Аккумулятор чуть больше, ну, я думаю, 8 часов должен проработать. Либо можно подключить камеры видеонаблюдения. Свет выключили, камеры будут спокойно тянуть и будут все фиксировать. Я буду его использовать для начала именно для камер. Еще можно подпитывать дом электричеством, когда выключили, к примеру, свет. Ну, такие мелкие электроприборы и лампочки он потянет. И опять же видеонаблюдение. Для этого нужен, я буду использовать вот такой шнур. Вилка-вилка. Скрутить нужно такой шнур. Вилка-вилка. Когда выключат электричество, нужно обязательно вырубить рубильник на счетчике, чтобы электричество не шло в сеть. Затем нужно бесперебойник отключить от сети. Выключить все мощные электроприборы в доме. Холодильники, бойлер. И все. Подключить одну вилку в сеть. А вторую в бесперебойник сюда. Внимательно нужно подключать, потому что если мы воткнем сначала в бесперебойник, вот это будет оголенное напряжение и может ударить. Так что сначала лучше воткнуть сеть. Сеть у нас обесточена. Затем в бесперебойник. И длительным нажатием зажать кнопку включения, если он не включен. Здесь важно не забыть отключить бесперебойник от сети, так как в инструкции написано избегать подключения бесперебойник самого в себя. Если мы сеть не отключим, его от сети не отключим, то это произойдет, так как мы сеть подключим к нему. Теперь покажу, как все работает, когда выключили свет. Выключаю питание, входящее на квартиру. Теперь отключаю мощные электроприборы, бойлер. И холодильники. И включаю всю эту систему. Одну вилку в сеть. Вторую в бесперебойник. И включаю бесперебойник долгим нажатием. Все.
свет появился. Вот так вот выглядит мое жилье, когда нет электричества. Работает телевизор. Спокойно можно включать лампочки. Работают мои камеры наблюдения и регистратор. Компьютер. Это все тянет не максимальную нагрузку без перебойника. Как-то так. Это еще многовато, у меня лампочки включены. Можно в некоторых комнатах не все включать. Подведем итог. Плюсы. Это бесперебойник оправдал мои ожидания. В принципе, делает то, что я от него и хотел. Он еще работает как выпрямитель и автоматически заряжает аккумулятор. Минусы — это большие размеры. Он громоздкий, еще должен стоять аккумулятор. Тоже занимает много места. И еще по 10 сантиметров с каждой стороны бесперебойника должно быть свободное пространство. Ну и звуковые сигналы. Отключение звуковых сигналов при колебании электроэнергии не работает частично. Нужно отключать только полностью звуки. У меня все. Всем пока. До новых встреч на канале.